Вот, наконец, мы, скажем так, открыли широко глаза и сказали, да, вот это похоже на правду, по сравнению с тем, что мы видели первый раз, когда приехали. И мы, в общем-то, немножко были в шоке от увиденного, так сказать, не ожидали. И вот завод, да, где каждый вид продукции имеет свою линию, куда поставляются, как я говорю, уже ранее проверенные в специальных лабораториях агрегаты, потом уже только они уже собирают. Мало такого, как скажем так, здесь тяжелого физического труда, то есть человек тут не особенно не напрягается, там все поднимая какие-то тяжести, все чистенько, можно ходить, скажем так, в белом халате. Вот здесь мы увидели, что такой техникой можно торговать. Вот происходит испытание готового штабелера конкретно. Вот дополнительной страховкой. Мало того, что он просто поднимает вверх-вниз там супер тяжелый вес, и еще и пол у него может и менять градусы. Они проверяют все. Запас прочности этого штабелера. Вот на полной высоте там они наклоняют пол и смотрят. Катает его. И, естественно, этот груз, ну, упасть не может, потому что он зацеплен там специальным тросом, где, как бы, на случай, если что случится, никакого не произойдет неприятности, потому что там все подстраховано. Что хочу сказать. Вот перед нами было продемонстрировано, что молодые, перспективные, надеюсь, и очень, так сказать, грамотные специалисты с ведущих мировых производителей подобной техники, конкретно из Германии, Голландии, Англии, там вот работают на их завод. То есть они пригласили их все на работу, платят им хорошие деньги, предоставили им хорошие условия, что они нам сами рассказывали. И эти люди очень довольны проживанием, условиями и работой, говорят, что там интересно работать, потому что, ну, наверное, им дают там полную свободу. Вот теперь мы видим, что это вот один из ведущих. И когда нам сказали, сколько они производят в день штабелёрку тележек, в общем, мы поняли, что это, наверное, самый крупный мировой производитель данной продукции. Поэтому вот она стоит, готовая продукция, мы показали, то есть склад готовой продукции. Вот видите, как полы. И думаю, что это не специально для съезда дилеров сделано. Так вымыть невозможно. Хотя это понятно, что это относительно новый завод. Но, честно говоря, все, что мы видели, это не один цех, их там несколько, огромных таких цехов, где все это производят, и понятно, что все это все, вот, к нашему приходу убрать нельзя. Это вот как раз вот насосы для гидравлических, вот разных видов насосов вот стоят. Вот их 3-4 вида, про что я говорил, завод делает практически все виды насосов, он покупает отливки, потом самое большое количество токарных и тренерных всяких станков, которые уже вот эту вот отливку превращают вот в такой чистенький насос. Когда-то это все делалось в Европе, в Старом Свете. Но, как я понимаю, уже лет 20, наверное, назад все это перенесли сюда. Они долго это скрывали, но вот как раз за 20 лет очень бурно стала развиваться эта страна. Видно, когда деньги идут на дело, во что можно превратить страну, какие можно производства иметь. И вот дальше это идет уже непосредственно конференции, где они говорили о своих планах, о том, что вот они работают почти со всем миром. Главная их задача следующие пятилетки, сделано в Китае, это хорошо. Так открыто говорится. Следующих задач пяти лет добиться того, что слоган «сделано в Китае» – это хорошо. Так же, как мы вот знаем, что сделано в Германии, да, ну, да, или да, сделано в Японии. Ну, то есть они вот сейчас вот в следующих задачах вот, пяти лет, они скажут, что вот это вот их. Что они сейчас делают все, теперь вот главное вот добиться качества.